Сентябрь удивил белорусов резкой сменой погоды. В воскресенье еще в первой половине дня в Лиде воздух прогревался до 21 градуса. К 6 часам вечера температура опустилась до плюс 15 и пошел дождь. До этого осадков в нашем городе не было с 17 сентября. Сегодня утром тоже было прохладно, всего плюс 10. Правда, к 3 часам дня столбик термометра поднялся до плюс 16. В последующие дни, хотя и незначительно, но будет холодать. Когда читаешь прогноз погоды на последние дни сентября и начало октября, даже и не верится, что в минувшие пятницу и субботу в Лиде был побит температурный рекорд. 25 сентября днем воздух в Лиде прогрелся почти до 25,5 градусов. И этот показатель почти на 3 градуса выше того, который был зарегистрирован в этот день в 2006 году. 26 сентября в Лиде было плюс 26. Предыдущий максимум дня регистрировался в 1975 году. И это было чуть более 24 градусов тепла. Возможно, нынешний сентябрь станет самым теплым за весь период наблюдений в нашем городе. До этого самым теплым со среднемесячной температурой воздуха плюс 14,8 градуса был сентябрь в 2018. Сейчас этот показатель составляет плюс 15,3 градуса. Но из-за похолодания в конце месяца, отмечают лидские метеорологи, значение среднемесячной температуры немного снизится. Подробный прогноз погоды на вторник после информационной программы события.